Настоящее кулинарное волшебство с грузинским колоритом поселилось с недавних пор в отчине главного кудесника страны. Здесь появился островок солнечной Грузии под названием Валико. Чтобы устюжане смогли отведать блюда этой национальной кухни, авторам идеи пришлось немало потрудиться. 4 месяца мы оформляли визу для нашего грузинского повара. Мы оформили разрешение на работу на год. То есть это насколько позволяет максимально наше миграционное законодательство. Там дальше посмотрим. Все хорошо пойдет, будем продлевать. Во владениях зимнего кудесника сейчас трудятся 3 кулинарных волшебника из Тбилиси. Мамука Ханишвили с супругой Мэри и их коллега Ливан Джахаридзе. Грузинскую кухню сложно перепутать с национальными кухнями других стран. Главное отличие ей придают любимые грузинами специи. А название блюд – это просто песня. Мы очень острый, любим. Это раз. Вот. И так далее. Там хачапури, хинкали, там... Ну, здесь, допустим, пельмени, а у нас хинкали большие, такие красивые, вкусные и острые. Любимых грузинскими поварами специй много, и все они разные. Главное – правильно их применять, знать, как их выгодно сочетать и при приготовлении каких блюд использовать. Тогда и яства будут удивительными на вкус. Второй важный ингредиент, от которого зависит вкус будущего национального блюда – это любовь самого повара к своему делу и к тому, что он готовит. Честно сказать, я все люблю. Все люблю, начиная от... Мясо, которое у нас есть, у нас хашлама такое, которое это вообще первое блюдо. Мясо, зелень, сыр, в том числе и деликатесный, овечий – вот 3 главных составляющих, без которых немыслима грузинская кухня. У нас в Грузии застолье зелень, то есть тарелка большой зелень, в середине застолье, сыр, вот это блюдо, как называется, и потом пошло уже мясо. Натуральные специи и соусы повара привезли на родину Дедушки Мороза из Грузии. А вот сыры готовят в местной сыроварне зимнего кудесника. Так и получаются кулинарные чудеса. Как стать настоящим волшебником в своем деле? У новых помощников Дедушки Мороза есть свой рецепт. Самое главное – быть желанием. Под желанием есть все, можно делать. И стать и хорошим поваром, и хорошим мастером, и хорошим летчиком можно стать. Все можно. Самое главное, чтобы был человек был желанием. Именно желание превращает обычного человека в мастера своего дела, в того, кто может своими руками создавать сказку, в том числе и кулинарную, как это делают помощники зимнего кудесника из гостеприимной солнечной Грузии. Любить свое дело, любить тех, для кого ты трудишься – вот главные ингредиенты настоящего волшебства. Эмри Элат Мейфи, приятного аппетита!